Простите, можно задать один вопрос? Пожалуйста. Как вы относитесь к донорству? Хорошо, очень хорошо. Вы, видимо, донор. Нет, я не донор. Нет, не здоровенько. А это можно назвать святым делом? Ну, я не знаю. Для одних, наверное, да, помогает, наверное, с кровью. То есть в разных просто языках, где добрые дела, а где святое можно назвать? Ну, да, нет. Ну, понимаете как? Вот, есть Иеговы, допустим, они не признают переливание крови. Угу. Вот да, так. Да. То есть они это бы дело назвали плохим. Да, у них даже вот часто бывает такое, что люди умирают. Они не разрешают переливание крови. Ой, а я вам расскажу такой случай. У меня дочь как раз занимается онкогематологией. Ага. И у них в Балашихе лежал мальчик маленький, по-моему, 2 годика. Угу. И вот родители не давали согласия на его да. переливание. И пока они обращались, значит, к прокурору, пока они обращались, ага. значит, ко всем этим. И у нее на руках умирал этот ага. ребенок. Вот это было так непереносимо, что да. просто обычная человеческая глупость. Ну да, вот, да. Потому что, ну, как весь мир признает, что это можно, а какая-то группка говорит, что это... Да, но я считаю так, опять-таки, все это тоже должно быть правильно. Мне переливали кровь, я в роддоме родила ребеночка. И был низкий гемоглобин. Вот. Рядом со мной медсестра. В итоге, получается, я чувствую, что у меня вроде как липнет здесь что-то. Я без конца тру. Хорошо, зашла врач и говорит, что такое? Говорит. Она говорит, такая была. Вот. В итоге, получается, я вся оттекла. Мне... Не вот. То влили. Да, не то влили. Вот. Ну, в общем, 2 часа я лежала. Меня уксусом протирали, большие-большие вот эти вот. И, кстати, после того я стала потеть. Вот до этого, вот, ну, как обычно, знаете, под мышками там вот угу. все нормально вот было. А после этого прям... Такая маленькая. Неудачно. Ну, я опять могу привести свой пример. А я умер на таком переливании. Вот клиническая смерть была. Ну, спасли уколами в сердце. Ну, и поэтому, ну, да, здесь... вы абсолютно правы, что к этому надо относиться очень да. внимательно да, и серьезно. Да, да. Спасибо, ну, дай Бог вам здоровья. Конечно, если надо было бы кому-то кровь свою сдать, моя подходила бы, я бы сдала. Вот. Если это помогает человеку. Я просто так. был вчера на акции, вот там устроивали в Новых Ватутинках, просто жители взяли, сами собрались. И записалось там больше 100 человек, 40 человек вчера взяли и сдали эту кровь для детей. Вот для «Подари жизнь», «Счастливый мир». Какие они счастливые, проблем, да. прямо так на них было да, приятно посмотреть, да, что они да, доброе дело сделали. Да, да. Спасибо вам, тебе дай вам Бог спасибо. Здоровья, до свидания.